Приветствую, друзья! Видео для Владимира, который спрашивает, как выставить стол поворотный и как его присверлить, чтобы все совпало. Вот просто берешь его сверху, ложишь на, ну, вот на эту вот плиту, сверху положил его, этот стол. Ну, даже если он у вас еще не собран, а вот у вас есть только вот этот полукруг, да? Вот этот полукруг, от которого вы, который распилен, сделан из круга, который вы распилили пополам, по центру, да, а потом еще от центра вы должны отнять толщину вот этой фанеры, вот этого стола, да. То есть у вас центр радиуса должен быть на поверхности стола. Вот, ну прикрутите сюда вот две каких-нибудь фанерки, маленьких таких кусочков там буквально, ну вот такие там, со спичечную коробочку, да, чтобы посредством этого он просто взял и лег на вот эту вот плиту сверху. Вот тут, туда прикрутите, чтобы она вот так вот чпяк и села, да. Ну и все, и по готовым вот этим пазам уже присверлитесь. Прямо сверлом сквозь паз. Сверлите остренькое сверло, чтобы его никуда не уводило. Вот, ну и поставьте там болт. Тут стоит десятка, ну поставьте 12, допустим. То есть оттуда его болт засунул, там он внутри гайка одна, да, болт уже там мертвый сидит в стенке вот этой, да. Поэтому вот здесь вот надо сделать освобождение под гайку, отфрезеровать. Ну и тут увеличенную шайбочку и гаечки. И такие еще поддерживалочки сюда приклеить, чтобы при повороте он по ним скользил вот этим радиусом. А не только вот здесь. А то, знаете, резьба острая, она будет прикусывать там кое-где. Вот, чтобы она, допустим, скользила по ним. Ну, вот так вот, да. А потом уже прорезать паз под пилу. Просто померил от вот этой центральной стойки до натянутой пилы сколько. А, ну, допустим, там 40 сантиметров, там, ну, я не помню сколько, да. Ну, и вот так под прямым углом прорежьте там, докуда надо этот паз. Хоть на циркулярке, хоть какой-нибудь там ручной дисковой пилой. А потом уже его, вот эти у вас будут собраны два, да, вот эта штуковина и вот эта. И сверху прям ложишь и кладешь, и шурупами прикручиваешь. Только засверлитесь, конечно, фанеру под шурупы шестерочкой шурупами, чтобы шуруп не расщепил ее фанеру. Засверлитесь четверкой сверлом. Вот, в крайних правых точках. Все, и вся наука. Удачи, ребята!